Совсем скоро на телеканале ТВ-центр состоится премьера сериала «Загадка Монтихолла». По сюжету Ольга Барковская получает приглашение поучаствовать в семейно-научно-популярной передаче, в ходе которой она должна разгадывать математические загадки от зрителей. В прямом эфире в студию звонит зритель, именующий себя Монти, и предлагает Ольге сыграть с ним в игру, основанную на парадоксе Монтихолла, а ставкой в этой игре будет человеческая жизнь. Полагая, что звонок – злая шутка, Ольга отказывается играть, и вскоре полиция находит в лесу труп с запиской, адресованной Ольге. Барковская убеждена, что Монти убил человека, потому что она отказывалась с ним играть и готова всячески содействовать Карташовой, возглавляющей расследование. Но вскоре Монти снова связывается с Ольгой и предлагает сыграть еще раз. Теперь Ольга должна либо вычислить настоящую личность Монти, либо принять его вызов и попытаться предотвратить новое убийство. К своим ролям вернутся Алена Коломина, Елена Валюшкина, Сергей Загребнев, Андрей Заводюк, Михаил Гудошник и другие. Премьера сериала «Загадка Монтихолла» состоится уже 23 ноября. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.